Привет всем. Я вот наконец-то выдалась такая хоть немного времени, а то я придумал новую базу недалеко от Ракки, а все толком полетать-то не удается. То времени нету еще. Я тут поблизости, по ближайшим районам-то погонял, вроде триггера работают, но хочу сходить вглубь территории противника, туда дальше, проверить, как триггеры там работают. Потихонечку, не спеша, поэтому сейчас пока я здесь, ну и сделаем такой небольшой подготовительный процесс, как обычно, для полета. Я вот сейчас тут. Ну, первое что, сразу, сейчас по карте сразу быстренько глянем, тут надо кое-что уточнить, и быстренько сюда. Так, черная шина, это не надо. В общем, мне нужно лететь, у меня тут есть небольшой маршрут, я его сделал. Но можно, в принципе, отцепиться от него через РТМ, вот он маршрут, и поставить на Браво, чтобы у меня были только точки. Точки остались, маршрута пока нету. И мне нужно будет слетать аж на этот. Сейчас мы уберем вот эту. Аж на третью точку. То есть у меня первая точка миномета, которые впереди вот здесь сейчас стоят, и начнут обстреливать вот здесь наш блокпост, который в 2 километрах находится. Будет сообщение, начнется обстрел. Наш блокпост, короче, уничтожат, захватят. Подгонят туда противник еще и бронетехнику. Там будет БРДМ, БМП, БТР, Бурбухайка. Немного пехоты из леса вылезет. Но я сейчас покажу, как это все начнется. Как сообщение вылетит, сразу посмотрим. Поэтому взлетаем не строго прямо, а уже сразу влево. Потому что у нас справа, там 2 километра, они там выстроятся так, что... Я несколько раз пытался отсюда взлететь прямо. Думаю, пойду-ка я прямо. А оттуда бум-бум-бум-бум-бум мне под бочину. Мне приходилось возвращаться сюда. Лопасть отстрелили две. У меня видео даже коротенько сохранилось. То есть отстрелили две лопасти, радиально расположенные, диаметрально. И у меня только две лопасти, как на ухе, остались. Тяги мало, то есть куда они не могут вытащить такой вертолет. Но я прям долетел. Прям вибрация была сильная. Правда, вот тут рядышком с площадкой я его просто на бок упал. Уже сил не было, последние кончились силой. Но, правда, ремонт запросил, мне дали, потому что я недалеко был от наших машин обеспечения. Прибежали мужики, подняли меня и отремонтировали. Ну, покажу, где-то видео есть, коротенько осталось, как я на двух лопастях, как иракез, добирался обратно. И со стрелянным левым пилоном. Так что прямо не идем. Сейчас сообщение появится, и мы по карте глянем кое-что. Вот я здесь оставил для показа. Вот, допустим, блокпост. Вот наш, сейчас его обстреляют. А потом, я говорил уже, отсюда выйдет пехота в атаку. Отсюда выйдет бронетехника, встанут так цепью, подъедут. Короче, всех тут положат. Сейчас сначала обстреляют. Здесь я оставил, что я оставил? Вот эта база ООН, как обычно. Вот они тут стоят. Их обстреляют из градов сейчас. Ну, обстрел на наших уже начался. Вот этот. Блокпост, который хочу обстрелять. Тут усиление у них. ЗУ-23 прикрытие. Пурвухайками. Тут тоже так изрядно. Но обстрел нашего блокпоста уже, в принципе, начался. То есть, вот, видите, началась бойня. Прямо у нас здесь под боком. Потому что мы вот здесь, рядышком. Вот отсюда пойдет пехота. Вот отсюда пойдет бронетехника противника. И вот эти все наши пацаны будут уничтожены. Так что, вот в ту сторону не идем. Там идет война. Вот такие пироги. Тут тоже обстреляли. Тут обстреляли. Короче, живем мы тут под страхом. Так, ну давайте пока быстренько я настроюсь тут. Раз, два, три. Так, VPN сразу. Ган. Жорику. А. Остальное пока не надо. Потом что? Ком. Рация. Так, радиопереговоры. Коалиция 127. 500. И Каева будет докладывать о своем местонахождении, то есть ППМ. А наводить она будет по 47 FM. 47. То есть 127 ВХФ мы будем слышать Каеву. А по 47 FM она нам наводить будет. Ну, наводить она будет как? Она сейчас вот улетела уже все туда. И она там будет летать. У нее маршрут такой. Она выходит. Она невидимая ни для кого. Просто чисто наводчик. И она стрелять никуда не будет. Короче, она долетает до вот сюда, до зоны боевых действий. Встает в квадрат и вот так вот ходит. Вернется она по остатку топлива. И она будет наводить не по конкретной группе, а по обстановке. Если что, запросите, может, кого-нибудь вам высветит там. Наша задача уничтожить вот здесь на базе противника грады.
Сейчас они начнут обстреливать позиции. Это гуманитарную миссию он. То есть грады сейчас туда подъедут, может посмотреть. Вот они подъехали. Стали на изготовку. И сейчас начнут обстреливать. Вон туда. На миссию ООН. Так что тут пока вот так. Вот у нас база, вот она подтянулась. Справа от нас, в 2 километрах, вот группа бронетехники, вот боевики. Сейчас это все тут сгорит, взорвется и сломается. Видите, какая тоска. Вот тут, сейчас, ну сейчас тут всех накроет. Вот еще пехота вышла, вот он. Наших всех положат, поэтому тут все тоскливо. Поэтому можно, в принципе, сейчас выполнить, допустим, основную задачу, допустим, на Апачи. А потом можно пересесть на газель клиентскую и сходить сюда где-нибудь, спрятаться в кустах, высунуть башку и накидать туда ход 3 на этот блокпост и быстренько его там зачистить. Ну а мы сейчас продолжаем. Так, продолжаем мы что? Так, M-Flight, Сета. Так, у нас здесь 29.13 давление, поэтому надо сразу поставить 29.13 сюда и 29 где-то, да, 13 сюда. И обязательно вот эту поднажать и отпустить. Все, теперь верхнюю высоту небольшую, 500. Нижнюю высоту вообще мелкую, на 50 хватит, там 45-50 футов, все. Теперь все это выходим, смотрим топливку. Ну, топливка у меня там, в принципе, нормально. Перекачка идет, ну, можно, в принципе, нажать, если что. Так, затем вооружение мы глянули. Так, еще тут одна штука, есть ВПН. Все, вооружение, 20 патронов Жорику даем на очередь. Ну, еще раз для контроля, вот так, раз, бум, бум. Все, флайт страницу открываю. Теперь здесь. Здесь еще вот есть, например, вы хотите вид через стацию смотреть. Видите, черное все. Зайдите к Жорке туда, в его хозяйство. И хотите подкрутить себе яркость, можете поставить себе контрастность. Вот, поярче вот так сделайте вот тут. Вот, чтобы было видно, куда вы там, что там находится. Потому что свой чужой здесь нету пока. Все мечтает реализовать, но пока мы так. Можно какая-то выставить себе контрастность, обратную, там, ночное видение, все это как положено. Ну, я вот так летаю, вот видите, у меня уже посветлее все стало. Но пока мне не надо, вид пока выключаю. И пока, и делаю РТЕ себе, ДИР, так как в маршруте ничего нету, я пишу В03. В03, вот, вот туда мне лететь. Я буду знать, какое у меня расстояние до точки. А до точки у меня расстояние, сейчас мы сделаем режим отображения. Вот, видите, 30 километров туда надо пролететь, но пролетим мы как? Сейчас обстрел тут ужасный начнется. Летим мы, то есть, вот так. Вот на блокпост. Здесь ЖД-станция ООН. Здесь база ООН. И сейчас ее обстреляют. Жутко, конечно, но здесь сейчас, в принципе, уже. Уже тут наворотили. Вот поэтому надо грады найти, которые находятся в поселке. Вот именно вот тут. То есть мы вот здесь одну базу, то града, если повышибать, тут активируется, уже начинается подкрепление, вот по дороге пойдет. Тут бухайки понаедут, вертолеты активируются, 2 секобры. А вот здесь основная база, вот сюда приедут еще 4 града. Поэтому при уничтожении той группировки подъедут сюда еще грады и изготовятся куда-нибудь стрельнуть. Поэтому надо... Основная задача здесь типа того, что уничтожить грады. А там уже по мере поступления задачи уже будете знать. Вот точка 3 у нас там. Но летим мы вот здесь в обход. Потому что у нас впереди минометы, там тоже барбухайки с кордами нас достанут. И вон там, видите, дым. Все, мы туда не идем, а уходим сюда. Потому что вот здесь прямо лететь нас достанут обязательно. Так, ну вроде я все приготовил. Такого больше ничего. Осея. Еще раз нажмем вот эту. Видите, она почему-то постоянно вниз опускается. Этот авиагоризонт. Покрутили, покрутили, нажали. Все, это у нас есть. Масштаб можно зажать поменьше. 15. Вот. Короче, у нас есть линия визирования по заодно пути на третью точку, на блокпост. А там уже будем крутиться по мере обстановки, изменения обстановки. Ну вот. Это у меня муляж стоит. Вон, видите, вертолет. Это он снаряженный, все просто ИИ отключен. Вот еще один ИИ отключен. И вот газелька ИИ отключен. Но клиентура взлетает все вот отсюда. Вот отсюда или вот отсюда, с какой-то свободной площадки. И вот здесь площадка у меня все. Здесь свободно, здесь газель будет стоять. Вот здесь у нас занято просто как под муляж. Ну и вот
Вот так вот приблизительно тут все и находится. Вот, то есть, если будем брать газель, газель будет стоять. Вот здесь у нас под Кайо, вот здесь занято место. Вот здесь муляж. Газели взлетают отсюда, вот отсюда. А основные штурмовые, то есть Ми-24 вот отсюда, К-50 отсюда, Ми-8. Я потом поставлю транспортник. Иракез найду здесь место, вот тут иракезов понаставлю на площадочках. Можно будет, например, там зачистили, потом туда отвезли десант. Видите, блокпост вот он, рядом. Если мы сейчас туда взлетим, нас оттуда начнут сразу обрабатывать. Вон у них, отсюда видно. Поэтому мы сразу взлетаем и уходим, уходим, прикрываемся вот этими ветками, деревами и кустами влево. Ну, давайте перекурим это дело и начнем, так сказать, маневры. Так, сейчас по яркость уберу, именно вот этого НВС, вот так вот, чтобы сильно не мешало. Так что взлетаем и сразу влево убегаем, потому что справа начнут нас сразу кромсать. Если здесь сзади будет засветка какая-то идти, вот здесь засветка, сзади, это работают эти. То есть пришла колонна подкрепления, вот видите, а Шилка у нас тут, ой, не Шилка, Тунгуска может поднять голову. И сейчас только взлетим, начнется сразу работа ее. Она все воздушные объекты сканирует и контролирует. Поэтому потихонечку. Сейчас еще надо кое-что сделать. Пока не забыл. Тормоз отпущу на всякий случай. Мало ли, придется накатом куда-нибудь садиться. И вот тут проверяем. Она почему-то постоянно падает вниз, горизонт. Чего бы я ни делал, все равно она вниз заваливается. Интересная штука. Так, здесь все. Ну, вроде бы все. Частоты есть. Джейтак проверим. О, что он... Прежде чем открыть меню, тут висит. Так, так, вот он, Dodge 1.1 есть. Есть, все. Работа такая-то, такая-то. Радиоменю что-то подвисает. Ну, я чуть-чуть графики дал, чтобы более-менее красивая была. Ладно, поехали. Потихоньку. Ветер идет нам в харю, поэтому надо его подхватить и сразу отвалить отсюда влево. Вот так раз. И сразу влево, влево, влево и бегом. Потому что у нас сразу достанут. И вон туда, откуда приехали воновцы. Вот, тут их обстреляли. Прям уходим, уходим, уходим до железной дороги. А то это. И сразу вот в эту лысину и падаем. Они сразу начинают стрелять. У них там броня 3 штуки. И барбухайка с кордом. Вот сюда закидываемся. И полетели на фронт. Надо еще Жорик копнуть, потому что сейчас начнутся приколы. Надо, чтобы он поглядывал. 20 патронов, ракету и поехали до железки. За нее заходим и идем за железкой с левой стороны, не спеша. Вот так отходим, можно поворачивать уже, затренироваться легонько. Вот она, железка. И вот мы сейчас параллельно ей, на железке, на мосту, прямо перед нами, на первой точке, стоят эти минометы. Там у них барбухайки мощные. Лучше их не трогать. Потому что если мы сейчас кого-нибудь там пригасим, то вот этот район, который сейчас перед нами, сразу будет засеян ПЗРК. А нам пока этого не надо. А идем мы на третью точку. Так. Еще левее, чтобы не выворачивал. Вот так раз. Автопилотик ему. Чуть-чуть подъем. Вот так вот слегка. И пошли. Посмотрим со стороны. Вот. Идем. Ну, как бы идем. А я потом вставлю где-нибудь в конце. У меня видео коротенько осталось, где я летел с отстрелянными лопастями. Диаметрально расположенными. То есть получается у меня две лопасти. Вот так вот были отстреляны. Две остались. Я как, ух, тух-тух-тух, вибрация, толкотня, беготня. Так, противник на барбухайках, на мосту, вот здесь, на железной дороге. Мы идем как раз вот сейчас вдоль железки, а они у нас здесь правее. Мы их трогать не будем. Вон железка. Вон она. А вон там они на мостике. Встали и ждут. Вот они обстреляли наш блокпост, и блокпост теперь у нас захваченный. Вот он, еще раз показываю. Вот видите, тут неприятность вот такая, поэтому здесь либо газельки высунутся от базы и их
перекрошить потихой, а потом уже туда десант закинуть. А пока мы идем аккуратно, высоты небольшие, пониже, чтоб нас хотя бы издалека не увидели. Ну-ка, Жора, посмотри еще что-нибудь. Никого, ладно. Пока отдыхай. А потихонечку 120 узлов. Опасный район, мы сейчас проскочим. Постараемся гору обойти слева. Вон ту. Можно, в принципе, и справа, но можно нарваться на что-нибудь. Поэтому лучше слева сейчас это сделаем. Выглянем так из угла. И потом начнем их отсюда атаковать. И где-то на горе, возле горы, уже тормозимся, чтобы не влететь. Там же барбухайки, ЗУ-23, БМП, БТ, что там только нету на этом блокпосту. Сейчас я на него поставлю картинку. Ну-ка, Жора, посмотри еще. Пока при памяти. Никого нету. Ладно, идем. Пока так. Сисфайр? Все ты про сис-то, про сис. Вот он наш блокпост родной. Вот он. Стоит. Ну пусть стоит. Мы будем так вот его выставим на панорамку. И пусть он стоит на F12. Поэтому здесь, в принципе, основная задача град развалить, чтобы они не обстреливали ближайшие наши районные поселки. Мирные, так сказать. Ну пойдем. Сейчас мы так вот из угла высунем мордочку и посмотрим, что там творится. Ну, творится, конечно, там у нас мало приятного. Там замес еще на ЖД-станции должен сейчас начаться. Но он начнется не сразу, а начнется именно при активации чего-то либо. Вот здесь пока тихо, видите? Все патрулируют, все спокойно. Вечерок такой тихий. А вон там, вот отсюда же бандиты приедут, и вон там засада есть. То есть они там готовятся. Ну, а мы потихонечку идем. То есть мы сейчас... Вот база ООН обстрелянная. Уже. И мы сейчас находимся... Вот у нас база ООН. Вот у нас ЖД-станция. Вот. Вот. Вот 2SX, это вот именно вот это семафорит Тунгуска, которая на базе, на погрузочной станции, на ЖД-станции. Вот она, видите, стоит. Она включила радар и проверяет, кто это там летит. А это я лечу. Ну и Каёв тут еще где-то носится. Так что потихонечку. До точки у нас 12 километров. Сейчас мы проходим на траверсе почти. Вон там ЖД-станция. Вон там поселочки. И там идет разгрузка наших составов. Видите, я пока никого не трогаю. И сообщение тут там активации того или того. Жорк только подпинул, чтобы поглядывал по сторонам. Вот. Вот он увидел кого-то. Это он на ЖД-станцию смотрит. По-моему. Да, вроде бы это направо, не надо туда соваться. Мы сейчас посмотрим, что у нас прямо есть. Вот. Вот это кто? Вот ЖД-станция. Да, это ЖД-станция. Ну-ка посмотрим, точно ли она или нет. А, это база ООН. Это ООНовцы. Догорают. Это мы пока не трогаем. Отбой. Да, мы еще пока далеко. Мы сейчас над ними пройдем. ООНовцы, вон они горят. Но атаки на нее нету. Это база ООН подожгли. Из градов. Поэтому... Картина тоскливая. Высоко залезли. У меня 500 верхний предел. Снижаемся потихонечку. Так, теперь мы сейчас сделаем небольшое РТЕ. Дир Point. Еще раз. В03. Enter. И вот теперь у нас блокпост справа. Ну и здесь надо посмотреть еще на всякий случай. Посмотрим. И снижаемся. Вот. Нашел что-то. А что он там нашел? Вид. Тац.
Он в поселок смотрит, значит, он град там засек. Сейчас, Жора, пока отбой. Я сейчас доверну на них. И мы уже посмотрим конкретно на точечку. А сейчас посмотри. Это не то. Ну-ка ты дай ко мне. Это не то. Не то. Не то. Отбой. Сейчас мы на точку выйдем. Еще доверну сейчас. Он смотрит мимо точки, мимо блокпоста. А сейчас. Они у нас тут рядом. Оно куда-то дальше смотрит. Ладно, давай-ка вот этих возьмем. Вот, стоп, Жора, отойдем. Отходим, отходим. Вот они, вот они. Вот это те, что... Отваливаем. Сейчас мы делаем разворот. И проверим, кто это у нас тут такой. Борзый. Видите, какие пули летают. Кто же это у нас тут такой борзый-то? Сейчас мы вот так вот отвернем подальше. И будем знать, что они у нас под задницей. Так. Где-то вот так его сейчас. Так, ну-ка пока вид уберем. И посмотрим, что это у нас тут творится. Где мы сейчас находимся? Да, вот это блокпост. Сейчас мы Жорику еще настроим. Точность стрельбы ган тынь а мне точненько показывал и начинаем разворачиваться. Можно вот с этой позиции, кстати, с севера и в грады увидеть. Сейчас мы попробуем что-нибудь тут активировать неспешно. Разворачиваемся и пытаемся понять, кто к чему и что куда. Пониже. Но у нас ракета стоит по прямой, поэтому нам лучше шмалять с высоты не небольшой, но и чтоб не по земле ползать. Сейчас мы разворачиваемся, сбрасываем скорость и начинаем их искать. Жора, ищи. Вот они, да? Ну давай. Огонь. Далеко? Да, не может быть такого, они где-то рядом. Они... Поближе найдем. Значит, он на фарк показывает. Вот они. Вот это армор, это армор, это ПЦ. Вот она ПЦ. Давай. А мы тем временем вот так вот не спеша еще оттормаживаемся, 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 оттормаживаемся. Высоко залезли, конечно, но у них тут могут активироваться стингеры, то нам получим по шее. Вот так раз на автопилот и держим. Жора, давай еще туда закинь. Вторая ракета пошла. И вот мы как бы немножко полубоком, конечно, но можно подретушировать. Пока никого. Есть. Давай еще. Не то. Вот этих давай. АПЦ. Давай АПЦ. Огонь. Огонь, Жора, огонь. Не стесняйся. Все, Евгеньевич у него кончился. Стоп. А, у него наведение. Давай еще. Он его не видит. Огонь. Молодец, сейчас отходим. Отходим, отходим, отходим. Есть. Отбой. Отваливаем. Отваливаем, 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 отваливаем. Прям резко, резко, резко. Прям вот так раз и поехали. Опять в куст. Вот туда раз. Сейчас попробуем достать град. То есть нам надо отойти
и зарулить прямо на поселок. Что-то монитор у меня правый, надо эту поставить. Показывают рябью. Вроде поставил 10-24 на каждый кадр. Значит, надо эту текстуру еще накидать. Сейчас мы град найдем. Там град. Грады. 4 штуки я показывал. И две барбухаечки держат его. Сейчас попробуем один град какой-нибудь выстегнуть. Но они тогда разъедутся. Вот в чем дело. По деревне. И тогда будет не очень удобно. Но застройка такая, так сказать, война. Ничего не поделать. Ладно. Сейчас мы разворачиваемся мордой в поселок. Вот сюда. Вот в эту вот загогулю. И начнем искать град. Давай. Тормоза. Скорость небольшая, но 40 узлов. Самое то. Чтоб никто не зацепил. Вот. Разворачиваемся. И на поселок сейчас пойдем потихонечку на небольшой скорости. И будет нам счастье. Солнышко, вечер. Так. Теперь вон туда в деревню. И пытаемся выискать. Вон город. Это не то, не то, не то. Это все эти. Ну-ка, давай назад. Ну-ка, вот это кто это у нас? Сейчас посмотрим. Сейчас выровняемся. Скорость 50. Автопилот. Вид. Тац. Тюн. Кто это у нас там? Вот это, по-моему, они. Ну-ка, давай попробуем туда закинуть. Бери его, Жора. Огонь. Вот так вот на небольшой скорости, как бы вися. Можно вообще скорость поставить 0. Единственное, что высота у нас поползла. И вот на автопилоте его выставить. Жор его держит. Есть, кого-то мы завалили там. Четко. Ну-ка еще раз давай. Справа блокпост не подставится. Не то. Вот эту давай. Армор. Они начали интенсивно разъезжаться. Вон они, да. Давай, Жорочка, мы сейчас грады постукаем. И будем. Что у нас по оружием-то? Кое-что есть. Есть. Вот. На базе быков боевую готовность приведены подвижные патрули зенита. Так, теперь у нас еще и двигаются там. ЗА. Вот она. Вот она, видите, активировалась. Давай. То есть, вот. Давай, Журочка, и отваливаем. Есть. Попадают падлы. Уходим. Вот теперь стингеры. И вот теперь активировались стингеры. То есть мы завалили ЗА-23. И теперь у нас стингермены толпой. Теперь надо отваливать. У нас одна ракета осталась. Теперь здесь, вокруг базы, стингеры на многоэтажке появились. Вот, видите, пули свистят. Давай, давай. Давай, родной Жора, держись крепче двумя руками. О, видите, стингер прилетел. Вот так вот. Теперь надо отходить, отходить, отходить. Далеко. Вон до той горы обязательно. И отстреливать потихой. Свои эти салюты. Одна ракета у нас есть. Ну вот, в принципе, я понял. Так. Даже не принцип, а этот. Триггерная сработка у нас идет. Немножко в подъем. И вот пока на гору. Здесь где-то тоже активировалось тут недалеко. А я говорю, вот это вся площадь. Ага. Ну-ка. Идем, идем. Уходим, уходим. Красивая. Пока туда. У нас ракетка осталась одна. Две. Мы можем сейчас еще кого-нибудь шугануть. Сейчас мы этим и займемся. Отошли на безопасное расстояние. Но теперь близко не шаримся, потому что там стингеры у нас активировались. Теперь мы сейчас... Две ракеты есть. У нас нары есть, но в плотный контакт нельзя идти. Нас достанут с 4 километров.
Одну ЗУ-23 подвижную мы выбили, но там еще одна ЗА подвижная есть, на Урале. Ну и так, барбухайки еще есть, вот они, видишь? Вот они в кустах активировались, это засада, которая собирается идти в этот. О, надо уходить, 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 так, газу, газу и в лес. Поэтому надо еще дальше до горы уезжать. Вот, они сейчас на опережение. Альтитюд, вот, старайтесь, чтобы альтитюд был лоу. И прям вот так вот, вот так вот, раз, 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 раз. И бегом, бегом куда-нибудь за деревья туда, раз. И обратно уходим, прикрываясь всякими разными камышами, арыками, прям дальше, 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 до горы. Возле горы мы, по идее, должны себя чувствовать в безопасности. Вот так вот, раз, на автопилот его, и уходим. Прям уходим, потому что нас достанут. Вот так, и вот так. И обратно к горочке туда хлоп. 2 часа. 5 o'clock, сотен, засвечивают везде. Поэтому сейчас мы, имея в кармане еще 2 Hellfire, можем, в принципе, вернуться на точку, по-моему, на 4-ю. Ну-ка глянем. Так, выше, 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 а то сейчас завалимся. Нет, видео. На точку 4 поставить, вон гора. То есть здесь у нас еще районы опасные. Но пока никого нету. Вот эту горку пошли. И потихонечку отвалим назад. Потому что вот за этой горой, именно вот за этой горой. Вот за этой горой, пригорка, этот сопочка. Вот тут все вот это и начинается действие. Ну, по крайней мере, мы уболтали 2 града. Можно, в принципе, выскочить. И шумануть все грады. Но они в застройке разъезжаются. Тогда их сложно будет выстегивать оттуда. Ну и активируются эти стингеры потихой. Безбожно. Так, ну-ка давай ко мне РТЕ. Дир. Пойнт. В-0-4. Так, а 0-4. А, не, 5, по-моему, да. 4 у нас это этот. Да, нам надо вот на наш блокпост шумануть. Значит, на последнюю надо идти. 5. Берем вот это вот очко. РТЕ. Дир. Пойнт. В-0-5. Ну-ка вот так. Это уже база наша. Если мы вот так вот будем идти потихо, можно курсом пойти? Вот сюда. Можно сейчас вот так вот и нащупать. Хотя бы кого-нибудь там 275, да? Кого-нибудь там замутить. Так, 250, вот где-то вот так вот, если идти, то мы на наш разбитый блокпост выйдем. И еще можем на мосту барбухайку завалить. Мы одну завалим, нас 3 остальных прикончат там. Пока мы идем вот так, вот в эту сторону, пока. А барбухайки вот тут. Сейчас, короче, мы на железку выскочим. И на железке уже сообразим. Ну, можно с пушки их молотить, но они бьют дальше. Они прям на 2 километра молотят, не уйти. Ну-ка, Жора, глянь-ка, еще. Давай-ка мы тебя выставим масштаб на 15. Вот он. Увидел, да? Кого он там видел? А, это барбухайки. Они еще за деревами-то. Ладно, сейчас барбухайку одну выцепим, минометную. А потом можно на газельке это все дело продолжить, да? Вид, тац. Кого он там нашел? Че он там нашел-то? Че ты нашел? Расстояние. 7,5, еще рано. Повыше сейчас поднимемся. Чтобы он уже не потерял. Там же мост, деревья, они с той стороны деревья стоят. Может, лазер. Хотя можно, в принципе, по лазерному этому рассеянному пятну вот так сделать ласт. Он может на пятно, именно рассеянное пятно, навестись.
Давай, Жорка, попробуй. Расстояние уже хватает. А то они сейчас нас прикончат. Не хочет, да? Ладно. Ну-ка еще раз его перенацелить, что ли? Он что-то потерялся, Жора. Давай еще раз смотри. Это не то. Инфантри. Геликоптер. Инфантри. ИФВ. Сейчас мы тут доиграемся. Вот резко. А он этих не видит. Ладно, Жора, пока уходим. Мы прям на мост выехали. Ты пока увидишь. И тут еще где-то стинкер справа болтается. Отходим и идем на блокпост. Уже здесь справа у нас прямо вот тут бандитские рожи. О-о-о-о-о, застучали. Еще ниже. О-о-о, Жора, ты их не видел. А они тут. Прям стреляют. Прятаться надо за кусты и столбы срочно. И вилять прям вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Уходим. Уходим, альтитуд лоу. Это понятно. Мы сами видим, что у нас лоу, все по альтитудам. Но деваться некуда. Сейчас главное отойти, на бронетехнику противника не вылететь. А то мы сейчас приедем. Веселые, задорные. Понятно. А они вот здесь справа у нас. Блокпост одолели. Скорость 125, держимся вот так. Где мы находимся? Вот, сейчас мы разворачиваемся и пойдем болтусить. Этих ракетов что у нас? Две. Жора, готовься. Я сейчас разворачиваюсь и навожу тебя на этого, на блокпост. Они же там его держат теперь. Сейчас пару ракет закинем, а потом уже можно будет остальных на газели завалить. Но это потом. Ну и в конце видео я поставлю еще там полминутки кадров, как я сажал, летел на вертолете вот на этом, ну, с двумя лопастями, короче, как на ухе почти. Так, где-то вот, по-моему, они там. Не, даже не там, а вон там где-то вот тут. Ну-ка поищи, Жора, должны быть. Вот Арморот. АПЦ. По-моему, да, это они. Огонь. Только близко не идем. Оттормозиться надо. Сейчас мы приедем. У них там малютки на башке стоят. Сейчас хоть что-нибудь выхватить. А там есть. Еще давай. Огонь. О, они уже начали стрелять. Ну, отомстим за пацанов. Все, обходим. Там еще вон он. Молотит. Обходим. Ну, это наша, светит это, подруга. Тунгуска. Ох ты! Вот, тихо. Ну вот, в принципе, вот такая вот история и получается. То есть, хотите повоевать? Достали. Я даже знаю откуда. Из ракеты. Ну ладно. Короче, триггера работают. Нас не победить. Я сейчас возьму газель. И всем вам отомщу. Берем. Роль. Берем мы. И будем мстить дальше. Ну что ж. Тогда сделаем по-другому. Миссия продолжается. Я весь израненный и царапанный добрался на базу. И пересел на вот эту нашу газелю. И сейчас мы устроим им небольшое месть. То есть мы сейчас
Судя по карте, мы тут 2 километра отходим вот за этот городочек. Зависнем где-нибудь вот тут, на расстоянии 2,2. И вот это все бодягу, которая вот здесь у нас тут сейчас находится. Вот они. Я же их тут начал отстреливать, они разъехались тут. Расползлись. Вот, одного я грохнул. А эти встали как бы вот так. Да, 2 штуки завалили. А 2 штуки есть. И пехота тут еще ходит. Ну, пехота, ладно. То есть мы сейчас вон оттуда. Приблизительно вот отсюда. Сейчас тут спрячемся где-нибудь. Отойдем сразу назад. Мы можем вообще сейчас зависнуть, отсюда их перещелкнуть. Но они нас достанут, тут 2 километра. Отойдем сейчас куда-нибудь назад, вот там, чтобы было видно. И вот из этого поселочка мы их и развалим. То есть надо на прямую видимость выйти. Вот где-то вот здесь. Ну давайте. Что ж мы? Русские-то не сдаются? Нет, ни в коем случае. Сейчас мы вот так вот раз. Потихонечку хоп. И вот так вот огородом, огородом, огородом. Потихонечку выходим. И вот так прячется вот за этими деревами. Отваливаем назад. Над нашими парнями. И вот так вот хлоп. Отъезжаем пониже, пониже. Ниже. Надо еще грады вот эти сделать, чтобы они стрельнули куда-нибудь. В минометы, что ли? Ну, это я потом. Сейчас просто тест. Какие-то в процессе полета появляются новые какие-то идеи. Так что мы сейчас вот за эту деревню спрячемся. Найдем тут перекресточек. Главное не подставиться, а то у них там еще же малютка на башке. БМП. БТР-то ладно, но он с 2 километров достанет. То есть вот тут мы сейчас вот где-нибудь прислонимся в кустах. Аккуратно. Здесь лес, блин. Нам не налететь бы на них. На этих балбесов. Ну-ка, стример сброс. Погромче, что у нас тяга нету, какой-то тяги. Джойстик что-то подвисает. Ну, вот так вот приблизительно. Где мы сейчас находимся-то на карте, хоть увидеть? О, мы сейчас на них идем. Тормоза, 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 тормоза. Вон они слева. Сейчас стрельнут. Змеи траншеи. О. Так. Сейчас мы здесь вот подвиснем. О, стреляют. Грохочет. Ладно. Сейчас мы их подразним, подразним. О, они у нас на траве все слева. Ладно. Ладно, ладно, ладно. О, как они, шмалят. Видишь, бобовых, бобовых. Я вам сейчас устрою Кузькину маму. Так. Что-то кривые оси какие-то странные. Прям мягкие-мягкие. Джойстик тянул двумя руками. А он даже тангаж не меняет. Ладно, падаем он тут. Так, сейчас мы здесь позицию займем. Сажаем, сажаем, сажаем. Даже не сажаем, а чистенько вот так вот зависаем. И посмотрим, что к чему. Вот так раз. И висим. Противник находится у нас курсом 335. Судя по карте. Так что мы сейчас включаем наше оборудование. Так. 333. Ну, значит, где-то там. Ну, давайте. Начинаем слегка приподниматься. Нерезво. Аккуратно. Чтобы нас не засекли раньше времени. Еще давай, 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 давай. Подъем, подъем, подъем. Подъем, подъем, подъем. Где вы там? Вот, стоп. Стоп, 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 стоп. Сейчас начнут стрелять. Успеть бы. Что-то все как-то все. Все как-то все. Вот так. Ничего не видно. Контрастность. Да где они там? Сейчас поищем.
фашистов. Откуда он молотил-то? Сейчас поищем так поближе. Поднимаемся. Трупы, трупы, трупы. Стоп. Неужели за деревом стоит? Вот блокпост разбитый. Значит, они вот здесь. Вот. Вот он, пазла. На. Змеюка. На тебе, пазла. Еще один где-то есть, да? Я мстю. И мстя моя страшна. О, горит. А это вот он, выехал. Вот он, дорогой. Стреляем сразу, ракету берем. Вверх ее закидываем. Чтобы она деревья не цепила. А потом вниз ее вот так. Бабах. Бум. Ну, приблизительно вот так. Победили мы эти две боетехники. И теперь у нас что? У нас теперь... А что он так светит-то? А если так? Вообще капец какой-то. Чё непонятки какие-то? У нас вечно что-нибудь сделают, что-нибудь сломают. Где чё, кому, куда? Короче, горит это всё хозяйство пока. Сворачиваем пока эту байду. Но так как у нас ещё осталось две ракеты в запасе, то мы имеем возможность наказать еще и минометы, которые у нас безбожно обстреляли, да? Да. А минометы находятся у нас вот тут. То есть мы подходим сейчас тоже где-то вот в этот район. Тут километр, да вот отсюда даже можно. То есть мы сейчас курсиком вот здесь подъезжаем, вот в этот поселок. И отсюда размолотим курсом 50. Да? Да. 50. Ну это право. Вон туда. Подъедем. И там разберемся. Так, ну пойдем курсом 50. Посмотрим. Здесь мы вроде их уболтали. Ну, теперь пошли только там бурбухайки. У минометчиков прям толпой стоят. А мы сейчас попробуем подойти курсом 50, да, вот так правее. Вот в этой деревне спрячемся. И накажем еще и вот эти кораблецкие минометы. Правильно идем? Правильно. Вот в этом деревне сейчас спрячемся. Прямо вот тут. Да? Да, и вот отсюда мы сейчас их и накидаем. Можно вот там в лесу зарыться. Вот здесь. Так, раз, вниз поехали. Из 2 километров их сейчас покажем. Кузькину мать. Давай. Заходим, близко не полезем. И отсюда прикончим еще и минометное подразделение, так сказать, противного противника. Ну, где-то вот тут они у нас и сидят, да? На мосту. Да. Ну, сейчас мы сначала вот так вот вниз. Мост вон впереди. Белые вот эти вот опоры моста. Железная дорога. Вот здесь присядем. Подвиснем. Исчезнем, короче. Надо исчезнуть, чтобы они не видели. У них корды. А они стреляют как полоумные. Все, педальку вправо, скорость по нулям. Оттормаживаемся, оттормаживаемся, оттормаживаемся. Так. Вертикально вверх. Зависли. И смотрим, где они у нас теперь тут. Они вдоль железной дороги, прямо вот перед нами на курсом 110. Садимся сюда. Включаем нашего телевизора и смотрим курсом 70, да? А мы сейчас повернем на 110. Надо вот так вот сделать. Где она? Вот 90, да, 100, да, где-то вот тут они, да? Вражеские силы.
что это у нас с инфракрасной подсветкой какие-то странности происходят. Да, вообще никакие странности, ну ладно, бог с ней. Теперь поднимаемся курсом 110 и видим следующую картину. Стоп. Что мы видим по зуммеру? Мост у нас где? Слева. Смотрим налево. Вон они, твари. Неблагородные. У нас две ракеты. Кого можно сломать? Либо там, либо тут. Давайте за столбами. Нужно столбов сунуть. Где-то вот так. Да? Я так думаю, мы так сделаем. Между столбиков сейчас он накидаем. Сделаем кино так покрасивее. Вот так. И теперь берем ракету. Чуть-чуть вот так. Раз, два, три. И закидываем между столбами. Потом заводим вот сюда. И они начинают. Вот. Теперь у нас позиция по противника вот здесь где-то у нас рядышком, рядышком с нами появились. Смотри, одной бомбой. Ой, как все. Вон они. Уходим. О, не получилось. Еще раз меня убили. Вот такая вот ситуация. Ну, короче. Блокпост я отомстил. Короче, вот такая вот мстя кругом. Так что, если хотите полетать, повоевать, система у нас такая. Вон блокпост, я их завалил. Вон там дым пошел. Это мы завалили этих минометчиков. Ну и вот здесь в кустах положили меня. То есть вот здесь уже перед базой. То есть если даже мы там летаем, ля-ля-ля, бабах, всех тарарах, вот здесь перед базой активируется ЗРК и барбухайки. Короче, у нас перед базой уже фронт работ. Ну, вот такая вот песня. Вот это я горю усиленно. Вот здесь меня завалили. А вон горят минометчики. А это видео с плеера, как я летел на двух лопастях с отбитым левым пилоном. Вот таким вот образом решил вернуться на базу. Но я вернулся, но видите, как трясет, качает. Лопасти две. Это я просто дописываю вам, чтобы вы убедились в том, что на двух лопастях, вот если обратить внимание, ну я фото делал, скрин, то есть у него лопасти две остались. И вот он пытается вернуться. Ну я вот так вот пытался, у меня тут, хотя ни одной ошибки, все, двигатель в норме. Тяга вся нормальная. У меня просто здесь уже не хватило тяги. Не на разворот ничего, просто он зацепился. И вот это. Ну я так его положил. Но мы живы. Жоркой остались. Ну это такой коротенький видео. Решил сохранить на всякий случай. Мало ли куда-нибудь вставить. Ну вот вставил. Так что. Как-то это вот такое-то вот ужасное действие происходит у нас тут. Всегда. Ну ладно. Давайте. Воюем, так сказать, дальше. Всем пока. О, что-то сгорело. Корт уничтожился. То есть два корта стоят рядом, две бурбухайки. Ход 3 берешь. И они две сразу разваливаются. Уход 3, там, конечно, 3 с лишним килограмма этого. Взрывчатки. Взрыв хороший. Ну давайте, всем пока.